Пересечение юбилейного проспекта и улицы Дружбы расцветает буквально на глазах. Коммунальные службы украшают дорожную развязку цветочной клумбой. Здесь появились два вида растений. Цинерария приморская – однолетник серебристо-белого цвета. В уходе неприхотливо выдерживает перепады температур. Снисходительно и к засухе, и к обильным осадкам. Цвести и пахнуть цветку не мешает ни тень, ни яркое солнце. Пару с цинерарии коммунальщики высаживают и калеус блюме – вот эти красные кустики. В народе растение часто называют крапивкой из-за схожести листьев. Оно также подходит для цветения в городской среде. Ранее здесь была высажена живая изгородь в форме пятиконечной звезды из спирея серой. Это многолетний кустарник декоративный, красиво цветущий. На этом участке дороги высадят более 15 тысяч цветов. Завершат работу на клумбе в течение пары дней. После этого коммунальные службы приступят к посеву газона. Ольга Сухорукова, Нина Бережная, Николай Забродин. Новости Химки ТВ.